Ребят, всем привет. Начинаю с того, что посмотрите, что у нас творится. Выпал снег. Вот так вот. Такая вот даже весна у нас бывает. Только недавно ходили в футболочках, а теперь снег лежит. Метель была очень сильная. Вот. Ну, в общем, сейчас понятное дело, что все растает. Ну, в общем, так вот. Да, девочки пришли со школы только недавно. Макс, заходи, холодно. Сейчас они пообедают, покушают и обратно в школу. Хлебушек нарезать? Маргош, садись. Давай, садись. Головка не болит? Чуть горячая какая-то ты. Ну-ка. Нет, в принципе, одинаковые. Или у меня рука холодная сильно. Садитесь, давай, сейчас хлебушек нарежешь. Да? Как первый день прошел в школе? Рассказывайте. Угу. У Ксюшки сегодня плавание. Обязательно возьмешь шапочку. Шапку возьмешь после плавания, пойдешь в шапку. Посмотри, снег идет. Он опять снег пошел. Да, Ксюша, нам не надо болеть. Не надо. Что-нибудь задавали, что-нибудь делали? Или сегодня такой легкий день был? Нет? Сложный? Математика. Не холодно? Шапку не будешь брать? Да? Заправь. Тебе еще рано, там делать нечего. Все, пока. Маргарита, сейчас голова застрянет. Ты во сколько придешь? В 4. Все, давай. Пока-пока. Пока. Давай, где еще красный? А мы сидим, цвета на русском языке учим. Вон сколько у нас машинок красных, да? Это... А это тоже какая? Краснее. Краснее. Красная машинка. Еще есть красная машинка? Да. А вон там есть красно-синяя. Да, молодец. Ну, ты ее сюда тоже поставим. Вот так вот и учим на русском. А то они на испанском знают, а на русском не знают. Это какой цвет? Синий, молодец. Поставь вот сюда. Все в ряд будут стоять. А это какой? Грин. Грин. На английском знаешь, а на русском? Зеленый. Браво, зеленый, молодец. Дай мне пульт, что-то телевизор так громко. Мультик какой-то здесь про... А, про Шрека. Зеленая машинка. Вот и давайте, вот собирайте. А это какая? Зеленый, молодец. Мама, это вот так. Произносить, конечно, им тяжеловато немножко. Да. И это зеленый. Да, и это тоже зеленый. Вот так вот. Вот там. Бедные, не знаю, на каком языке им говорить. Поэтому, ребятки, кто спрашивает, почему они так плохо говорят, потому что они не могут пока еще определиться, на каком языке им говорить. Они слышат... Да, зеленый. Они слышат три языка каждый день. Поэтому... Пока еще не знаем, на каком они будут говорить больше и лучше. Это какой? Это оранжевый цвет. Оранжевый. Это тоже оранжевый. И это оранжевый. И это еще оранжевый где? И это оранжевый. А я вон синюю вижу машинку. Синяя. Синяя машинка. Вон там синяя. Девчонки пришли со школы. А что так рано? Вы же сказали, в 4 придете? Нет, я сказала в 3. В 3? Она мне послышалась в 4, и Ксюша, я думала, придет. Ксюша сказала, что она в 4. Угу. Вас раньше отпустили? Как покупалась? Мама!
Опять волосы мокрые. Надо сушить. Мам! Ксюша, ты себе домик сделала, да? А почему ты так не спала? Потому что папа сказал. Открыть? Да, потому что папа сказал. Воздух что... должен походить. Угу. Да. У тебя постель еще не заправлена, между прочим, мадам. Ненавижу заправлять постель. А что там ее заправлять? Одеялко поправила и все. Ты уже брызгалась духами? Вчера после челленджа. Она такая открывает коробочку, а коробка-то большая, смотрите, такая вот. Ну, видно, да? Большие духи должны быть, а потом раз такая... И там такое маленькое яблочко. Я не ожидала такого, потому что ты себе всегда большую... Нет, я себе вот такую всегда беру, маленькую. Я всего лишь один раз себе большую брала. Я когда-то брызгала, я когда-то брызгала. Да, один раз я брала большую. Потом я уже стала маленькую, потому что большая, она дорогая. Это не надо. Это не надо. У нас есть такая большая коробка. А название нет, у них синяя, не зеленая не очень. Это, ну, в общем, на любителя. Кому-то вот нравятся такие. У нас есть такая коробка. Это а, это мама. Мне, да, это мне папа дарил. Там было, там были духи. На Новый год? Да, по-моему, в прошлом году. Там были духи и лосьон для тела и еще что-то, в общем, набор был. Ну я раз здесь собака. Там у вас теперь просто порвали коробку. Фен неси, буду сушить, здесь окошко сейчас открыто. Закрытая комната. Ты уже что-нибудь собрала? Да. Что да, ты вот собрала? Машинку, трактор. Такая камера классная получилась. Мне нравится вот это. Это как наша. Супер. И крутится даже. Прикольно. Там еще посмотрим. Птичка. Это аист. Ой. Ой-ой. Болик поломался. Квакушка. А стаканчик-то ты разрисовала весь уже? Нет, все. Кстати, наверное, ребятам было интересно посмотреть. Мы также не показали, купили и не показали же в челлендже. Смотрите, здесь можно разрисовывать картинки, вот как хочешь. Вот это Ксюшка разрисовала. Вот, это тоже красиво. Угу. Здесь есть 4 маркера. Вот, 4 маркера. Смысл в том, что здесь есть 3 картинки, да, вот такие вот, которые можно вставлять. В общем, какие хочешь. Сама разрисовываешь и вставляешь. Мне это очень сильно нравится. И блесточки можно внутрь. А здесь что нарисовано? Magic BFF. Вот такой стаканчик, который можно менять, делать по-разному и раскрашивать тоже. Нам сегодня пакетики приехали, чтобы вам отправлять посылочки со слаймами. Вот такие вот розовенькие. Ну, здесь, наверное, видно, что они красные, но они розовые на самом деле. Такого малинового цвета. Мама, какие мы же не делали? Вот это что не делали? А? Что не делали? Да. С драконом? Так что, ребятки, осталось совсем-совсем чуть-чуть. Мы ждем наши контейнеры. Они должны приехать уже на этой неделе, я надеюсь. Да, на этой неделе. У-ху! Вау! Круто, да? Ты чуешь? А где твой? Давай в твой тазик положим. Принеси свою жвачку. Точно будет золотой. Тоже хочешь свою?
Ты сюда иди. Вот. Ну-ка, покажи-ка. Вот, он золотой стал еще больше. Ой, Нана, Олька. Он золотой. Все, папа сказал спать. Штаб. Папа сказал спать. No. Да. Ты хищная. Какая. Сейчас она вот там порвется. Вот. Чуть-чуть я возьми вот здесь. А, Юрика! Подожди. Скоро мира, я свой уникорн. Порвется он там. Я же говорю, она тяжелая у тебя снизу. Ну ты. Ну ты, да. Давайте собираться уже спать, девочки. Завтра в школу. Мира! Это что, грибочек? Вот у нас здесь маленькая дама. Как вас зовут? Нет, сама это еще. Маме, если не веришь, потрогай голову. А ты нюхай. Все, уже отдыхай, давай. Все, пока, ребятки. На сегодня влог закончен. Все, мяу-мяу. Спокойной ночи. Пока-пока.